нашої студії завітала наша постійна гостя, наш улюблений сімейний психолог Анна Демірпола. Так. Сьогодні дитячий. Сьогодні дитячий, так, психолог. Вже скільки ми тижнів? Ми 3 тижні говорили про кохання, про стосунки, але сьогодні поговоримо, я думаю, про таке актуальну тему теж. Олімпійські ігри зараз тривають. І ось як виховати олімпійця? З якого віку краще віддавати дитину вже у спортивне життя, відпускати ось таке? Ну, вообще этот вопрос для спортивного психолога, который разбирается, например, да, когда вот начинается конкретно какой-то спорт. Например, у нас в Николаеве танцы начинаются, я знаю, или какие-то единоборства для мальчиков начинаются около так 4-5 лет. То есть уже можно ребенка отдавать. Но мы же как психологи, да, отвечаем на этот вопрос, то нам, конечно, очень важно понимать, и родителям очень важно понимать, готов ли ребенок, первое, да, физически, и готов ли ребенок психологически. Здесь две составляющие. То есть физически это он здоров, он может выдерживать такую нагрузку, то есть это обычные параметры здоровья. Да? То есть он подходит по всем параметрам физическим и может заниматься данным видом спорта. У него нет каких-то противопоказаний, например, сердце или еще что-то. Да? То есть это один из таких факторов, который, конечно, очень важен, и на любом виде спорта обязательно уточнять этот вопрос у родителей. И второй вопрос – это психологическое состояние ребенка, его готовность к спорту. Я бы даже сказала, не психологическое, а психологически-эмоциональное его состояние и готовность. Дело в том, что спорт, смотрите, если мы отдаем ребенка на какое-то развитие, подготовку к школе, то там он развивается интеллектуально в большей степени, как у нас так принято, да, и немножечко эмоционально. Готовится также вступить в первый класс, да. Если мы говорим про спорт, здесь больше развитие идет физическое, но здесь включается уже много факторов, да, здесь эмоции, интеллект очень также важны. Почему? Спортивные психологи, они прямо выделяют такое понятие, как эмоциональный интеллект в спорте ребенка. Да, если я как системный семейный психолог, да, то я тоже выделяю эти понятия, на них обращаю внимание. Мы говорим про такое, что в мозге человека существует две системы. Одна система интеллектуальная, другая эмоциональная. И причем, если мы их, ну, мы их практически кардинально отличаем. Сейчас скажу почему. Потому что интеллектуальная система – это не обязательно уровень IQ. То есть это не обязательно высокая память хорошая, да, у ребенка. Это совершенно что-то другое. Это умение, ну, если просто сказать, то управлять своими чувствами. То есть отделять мысли от чувств. А что это значит? Да, ребенок, который умеет управлять своими эмоциями, это ребенок, который может собраться сам, да, может проконтролировать немножечко больше, может быть, чем другое, да, себя. Может также посмотреть, что происходит во внешнем мире и вокруг него, да, и не зацепиться за те эмоции, которые происходят. Ребенок, который не имеет такой уровень развития эмоционального, да, то есть, например, в спорте также очень много стресс-факторов, да, где нужно столкнуться с напряжением, нужно столкнуться с конкуренцией. Кроме того, иногда ты встречаешься напрямую лицом к лицу к соперникам, да, и тогда, конечно, можно очень легко, если у ребенка, вот, скажем так, будем отделять прямо этот интеллект, его называют сегодня эмоциональный интеллект конкретно, да, то есть если этот интеллект у ребенка не настолько силен, то ему достаточно будет трудно справиться с этим напряжением, собраться и выполнять те задачи, которые у него перед ним стоят. Да. Питання було теж. Дивіться, а якщо, от, наприклад, віддають дитину от дуже маленькому віці, там, я не знаю, з 5-4 років, там, хай буде здоровенький, хай там, типу, от, піде туди займатися, стане мужніше, або я хотів колись так займатися, але мене батьки не віддали, ось, і віддали дитину. От що в такому випадку? Да, і ще в даному випадку, давайте змоделюємо ситуацію. Я мама, да, там, маю дитину 4 років і хочу, щоб вона була фігуристка, а малеча не хоче. А ми кажемо, та це вона не розуміє. Вона хоче, вона зможе, хай там іде тренується. Ну, вот это, конечно, и есть тот вопрос, который возникает, и потом приходят уже эти родители с детьми, да, например, когда приводят ко мне девочку, ей 12 лет, она очень замкнута, и при том, когда ее спрашиваешь, у нее же есть увлечения какие-то, чем она любит заниматься? Ничем. Мама только рассказывает, что она, например, ходит, занимается спортом, каким-то видом спорта, да, и она говорит, девочка, что я этот спорт не люблю.
Мне он не нужен, я не хочу туда ходить заниматься. То есть там совершенно нету своего вложенного в этот спорт. Хотя спорт, любой вид спорта, он же раскрывает человека. Он позволяет как раз и снимать вот эти зажимы, какие-то эмоциональные зажимы, которые в теле остаются. Но здесь как раз это не срабатывает, когда за счет ребенка мы удовлетворяем собственные интересы. И, конечно, вот здесь очень такой тонкий момент, как же так понять, что ребенок действительно готов к этому виду спорта, ему будет там интересно. Здесь мы, конечно, встречаемся с внешней средой и с различными факторами. Да? Например, там спорт, и, например, профессиональный спорт считается, что, например, очень тяжелая акробатика для девочек, да? Что там достаточно строгие, высокие требования. Кроме того, скорее всего, встречались и слышали, да, говорят, что руководители часто кричат на детей, очень строго относятся к ним, система жесткая. И здесь очень важно обратить внимание, вот, чтобы разделить это, да, где действительно ребенку тяжело просто справиться с тем, какие требования на данной секции, и между тем, что ему нравится. Иногда, конечно, это как раз вот если там очень жесткая система, это может помешать ходить ребенку на этот конкретный вид спорта. Может стать барьером, я говорю, да, конечно. У меня не один такой случай из практики, когда отдают на некоторые виды кружков у нас, да, где еще остались руководители. Не хочется, конечно, говорить там как-то, да, то есть плохо, но тем не менее у них такое отношение, да, где действительно повышается голос, где ребенок как бы понижается, его позиция таким образом влияние тоже на него психологическое оказывается. Но сегодня это меняется, очень многое меняется, система образования меняется, система подходов в спорте меняется, и абсолютно не обязательно, это уже очень много таких примеров практики, где в спорте или в каком-то виде кружков таких вот, да, чтобы руководитель был очень жесткий. То есть умение вот здесь вот как раз тоже быть разным, тоже есть, и разные бывают руководители. Поэтому вот для родителей, которые вот привели ребенка, видят, что ему нравится, а там как-то с руководителем не складывается. Вот я рекомендую в таком случае понаблюдать. Да, иногда даже посетить секцию, попросить побыть в этой секции, посмотреть, какое отношение, как складывается все для ребенка. У меня были такие случаи, что да, иногда родители, и это уже не один действительно, много случаев, они просто забирают именно с данной секции, но они находят другую секцию. И, например, если на этой секции, где ребенок психологически не может адаптироваться, да, то есть у него истерики, он отказывается туда ходить, он переходит в новую секцию, очень часто заметно, что поначалу он очень боится, он скован, то есть у него остаются эти зажимы, но если преподавательская система в другой секции ему подходит, он расслабляется достаточно быстро, и интерес к своему, вот то, что ему нравится, остается. Если, конечно, ребенок категорично сопротивляется, вот мне не нравится, и все, и, например, очень важно проследить и дать ребенку все-таки какое-то время походить на эту секцию и понаблюдать, что происходит. Это может касаться и его отношений в коллективе, которые с ним у него складываются, да, или может быть что-то не получается, какие-то делать задачи, кувырки и движения, да, то есть то, что необходимо, какие-то там требования есть. То есть вот здесь вот родителю важно быть, особенно на первых этапах, очень внимательным. Конечно, у детей еще включается сопротивление, ведь это определенная дисциплина, определенная система, к которой ребенок также привыкает. И вот здесь очень важно пройти этот уровень сопротивления и посмотреть, это действительно что-то, что ребенку не надо, ему совершенно не нравится, и влияние каких-то других факторов, или действительно с этим можно справиться, и родителю тоже важно в этом продержаться. Потому что у меня есть некоторые родители, вот тоже такой случай был, мальчик полненький, да, и ходит на занятия спортом, танцы, да, то есть очень интересные танцы, ему нравится безумно, он с удовольствием туда ходит, да. А руководитель говорит, ну вот я не могу его поставить сейчас в танец, не получится, потому что он не успевает доработать некоторые движения, немножко сложно ему. Но как раз здесь родители хотели уже как-то с ним, с ребенком говорить, что вот руководитель так сказал. И как раз у нас была совершенно по другой теме работа по ребенку, и мы выясняем вот этот случай, да. И, конечно, я даю рекомендацию про то, чтобы не спешить, потому что я спрашиваю, ребенку нравится, ребенок хочет туда ходить, хочет. А это же наиболее за то, чего мы видаем у дитини. Да, то есть у него есть одорвение. Конечно, ему сейчас пришлось столкнуться с позицией тренера, да, что где-то есть какая-то сложность. То есть родители здесь и могут помочь, потому что ребенок маленький, да. Отдаем мы на секции достаточно рано, чтобы они начали рано развиваться в этих секциях.
Поэтому здесь очень важна роль родителя сходить, поговорить, прояснить эту ситуацию с одной стороны и поддержать, естественно, ребенка, чтобы он расслабился и с надеждой своей, с любовью продолжал ходить на эту секцию. С надеждой, да, з любов'ю. А ось коли вже починаються, наприклад, не тренування, а саме конкурси, ось такі олімпіади, як дитину підготувати, ось, наприклад, до невдачі, можливо, перший раз там програв, там, чи от із суперником зустрівся, бачиш, що суперник сильніше, вже боїться вийти там на кортку чи на просто на доріжку. Можливо, до перемоги, як дитину підготувати, щоб не, як кажуть, не зазвіздівся, от, ну, от як в цьому плані працювати з дитиною? Знаєте, дуже залежить, опять же, від індивідуальності ребенка, но здесь, понимаете, спорт, здесь очень важна победа. Здесь победа ставится, да, во главу. И как раз вот здесь вот очень много напряжения, потому что наша психика, ей необходимо некоторый средний такой вариант, когда я наслаждаюсь и процессом, и получаю результат. И если ребенок нацелен только на победу, то напряжение наоборот увеличивается. И если это ребенок, просто мы отличаемся все темпераментом, заложенными нашими какими-то особенностями биологическими. Если ребенок не имеет устойчивую нервную систему к стрессогенам различным, да, то ему, конечно, будет сложно, если на результат такая сильная нацеленность. Поэтому вот здесь смотрим на ребенка. Если он такой вот борец, если он любит бороться, да, то есть ему это нравится, то мы можем сказать: давай, за победу, у тебя получится, поддержать его. Да? А если ребенок не борец, и это вызывает у него очень много напряжения, то мы больше акцентируем его внимание на весь процесс. Как здорово, посмотри, насколько ты это интересно, что у тебя здесь много друзей, сколько возможностей интересных ты получаешь, узнать больше, развиться, и поиграть в то, что тебе интересно, вот то, что тебе нравится, или позаниматься, да, этим. Угу. То есть мы ставим акцент на том, что результат – это не самое важное здесь, здесь очень важен процесс. И тогда как раз, понимаете, если ребенок наслаждается процессом, что мы имеем в результате? Он, конечно, улучшает свой результат. То есть сам на этом не концентрирую внимание. Тобто, это, кстати, одна не варто казати фразу, яку дуже часто кажуть: перемога буде 100% твоя, от ти маєш перемогти, а потім перемоги немає, і все, і бачимо емоції. Смотрите, опять же, очень разные родители, и я же говорю, в спорте посылы тренеров про то, что ты должен, ты обязан это сделать, да? Поэтому здесь, конечно, вот если мы готовим к такому напряжению, что победа, а вдруг она не состоялась, то, естественно, должна быть подготовка психологическая ребенка, да, что смотри, то есть если с ним не случилось этой победы, то предупредить ее как бы не удается, тренера на это действительно ставят большой акцент, и таким образом создавая еще как бы напряжение, чтобы ребенок, может, лучше занимался, больше занимался, хотя вот я считаю, что это наоборот, ну, такое напряжение, которое иногда, особенно в младшем возрасте, когда эмоциональная система не так развита, достаточно сложно. Но опять же, темперамент ребенка зависит. Да, тогда просто, когда победа не состоялась, объясняется, что это одна из таких вот неудач, которые обязательно ты сможешь преодолеть. Посмотри, сколько у тебя всего получается. То есть мы говорим ребенку про его те успехи, не те, которые громадные, а те маленькие, акцентируем на них внимание. Посмотри, какой ты был вот в этом достижении, посмотри, как у тебя вот это движение получается, как у тебя здесь получалось. Там, например, там, посмотри, как ты поборолся тогда там с Петей, да, и удачно его победил, что тренер сказал, что ты будешь точно победителем. И все будет добре. Да, дякуємо вам. Спробували розібратися, справа тонка, без психолога, як завжди, не розібратися, тому що поради інколи дійсно дуже важливі, і ми, батьки, інколи робимо помилки в цьому. Дякуємо вам. Тепер ми знаємо, як, чому, коли вирощувати маленького олімпійця. Анна Демірпола, сімейний психолог, була у нас в гостях.